Со времени Советского Союза Могилевский аэропорт не видел такого количества посетителей. И причина здесь не в буме на авиапутешествия. Чемпионат Беларуси по дрифту привлек свое внимание. Такое происходило в областном центре впервые. Это событие стало отправной точкой в создании этого репортажа. О дрифтерах, рейсерах, драгерах мы почти ничего не знаем. А между тем, гонки на авто становятся очень популярными в стране и собирают не только десятки участников, но и тысячи зрителей. Датой начала истории автомобильного спорта можно назвать 1894 год. 120 лет назад, 22 июля, состоялась первая автомобильная гонка. Участвующие безлошадные экипажи должны были преодолеть дистанцию в 126 километров от Парижа до Руана менее чем за 8,5 часов. Критерий победы выглядел довольно расплывчато. Первый приз в 5000 франков должен был достаться экипажу, который продемонстрирует наилучшую комбинацию безопасности, экономии и удобства в управлении. После того, как машины финишировали, судьи огласили свой вердикт и присудили первое место автомобилю марки Peugeot, оснащенного двигателем мощностью 4 лошадиных силы. Вместе с тем, принято считать, что первые в истории настоящие автогонки прошли в 1895 году по маршруту Париж-Бордо-Париж, дистанция в 1200 километров. Авто потребовалось двое суток, чтобы проехать эту дистанцию. Средняя скорость гонки составила 24 км в час. Спустя столетия эти цифры вызывают улыбку даже у обладателей велосипедов. Сегодня в ходу иные скорости, машины сотнями лошадиных сил и двигателями объемом в несколько литров. Классифицировать виды автомобильных соревнований можно по типам трасс, на которых проводятся состязания, по особенностям гоночной техники, по особенностям спортивного регламента. Сегодня мы остановимся на некоторых из них. Дрифт. Соревнования на автомобилях при движении в управляемом заносе. В отличие от традиционных видов автоспорта, решающими факторами, влияющими на победу, является не время прохождения трассы, а техника управления автомобилем в заносе, прохождение клип-поинтов и зрелищность. Благодаря этому соревнования по этому виду спорта привлекают большое количество зрителей. На одном из них мы и побывали. Соревнования, которые проходили в Могилевском аэропорту, носили название четвертого предпоследнего этапа чемпионата страны. Стоит отметить, что наш областной центр был выбран для проведения такого рода соревнований впервые. И организаторы переживали, насколько интересно это будет могилевчанам. Переживания были напрасны. Визг тормозов, дым из-под колес, запах паленой резины, децибелы шума и скорости до 200 км в час – это не могло оставить никого равнодушным. Раз, два, три, поехали! Могилев первый раз принимает гонку. Впечатление от трассы впервые есть? Трасса очень сложная, техническая. И как бы скоростная первая дуга. Так все клево. Могилевская трасса была капризна, и, казалось, секрет ее прохождения знали только вот эти самолеты, наблюдая со стороны как пилоты, но уже на авто пробуют проходить повороты. Судьи несколько раз вносили корректировки в конфигурацию трека, но даже так на облегченной не все возвращались из заносов. Из 28 пилотов 6 гонщиков показали нулевой результат. Ну и, как положено в таких гонках, технические поломки придавали дрифту драйва, а пилотам и механикам – головной боли. Проблема, у нас сломалась крестовина кардана. Но я видел, вы пробовали ее чинить. Мы оперативно с этим справились и починили ее. Мы у брестских товарищей одолжили их кардан, распилили его, сварили вместе. И машина пока едет, все выдерживает, все хорошо. Чиним. В бок мне приехал соперник мой, поэтому сейчас на стяжечке крепим крылья наши, крыло, вернее, правое, и вроде бы в бой. Успеете? Должны, конечно. Как Могилевская трасса? Нравится. Первый раз,
классно место, классный аэропорт, классное покрытие и скоростная трасса. То есть, ну, у нас большинство, наверное, она может претендовать на одну из самых быстрых в Беларуси, потому что остальные площадки маленькие. То есть вот с Минск-1 можно сравнить. Круче. Могилевский этап назвал именно своих победителей. Первым стал Алексей Вишневский на BMW E36, второй Максим Шепетюк на Toyota Corona и бронза у Дмитрия Нагулы на своей Nissan 200 SX. В конце сентября в Бресте состоится заключительный этап соревнований, где и будет назван абсолютный чемпион страны по дрифту. Могилевчане пока в этом направлении делают лишь первые шаги, как Илья Туревич. Ну, я новичок, дебютант этого сезона. Я раньше не ездил в дрифте. Вот, я 4 года назад там попробовал в скоростном маневрировании себя зимой. Вот, сделал такой большой перерыв и сейчас попробовал свои силы в дрифте. Вот. Для меня это 6-е или 7-е соревнования за этот год. Как родной этап проходит? Ну, потихоньку проходит. Вот, я прошел в топ-16, занял 15-е место. Для меня это очень хорошо, потому что участников заявилось 28, а 15-е место – это плюс-минус серединка. И для новичка ехать в середине, ну, это здорово. Я результатом доволен. Как по чемпионату идешь? До этого этапа я был 10-м. Вот, именно 10-е место я занимаю. И если по итогу вот еще 2 этапов я останусь в 10-ке, это будет круто. Я к этому стремлюсь. Пожелаем удачи, Илья. Дрэг рейсинг – соревнования на разгон по прямой. Еще до Второй мировой войны автолюбители устраивали соревнования по общественным дорогам, в основном на четверть мили – 402 метра. А в 1950 году на одном из аэродромов в Калифорнии было проведено первое официальное соревнование по дрэг-рейсингу. Дрэг-рейсинг устраивают как на обычных машинах, так и на болидах, построенных специально для этого, так называемых дрэгстерах. Обычно машина проходит дистанцию в четверть мили за четверть минуты, в то время как дрэгстер может справиться с этой задачей менее чем за 5 секунд, развивая ускорение свыше 4G. Особую популярность гонки этого типа снискали в США, где проводится уже более полувека. Любительский дрэг-рейсинг набирает популярность и в Беларуси. В стране проходит чемпионат. Аэродром города Быхово хорошо знаком гонщикам. Гоняет там и Иван. Свои 402 метра он проезжает за 13,8 секунды. Личный рекорд. Все нашего поколения, наверное, научные какими-либо компьютерными играми, тот же самый Need for Speed, все этим когда-то в детстве болели, мое поколение, все играли в это очень и очень много. С тех пор, наверное, зародилась какая-то любовь к машинам. Причем именно к тюнингу, именно к гонкам. В Need for Speed за кого любил гонять? На какой тачке? На этой. Да, там тоже. Что такое гонка? Прежде всего, наверное, для многих людей это уже борьба не с противником, а с самим собой. Попытки улучшить свой результат, попытки самосовершенствоваться. Раньше, как и все, наверное, пробовали что-то по дороге ускоряться, как-то маневрировать. Потом из этого вырастаешь, становится как-то, ну, не знаю, то ли скучно, то ли что. Понимаешь, что нужно смотреть дальше, и тогда начинаешь выезжать на трассы. Ну, у нас, к сожалению, таковых немного. Пытаемся вот выезжать на аэродромы, заброшенные уже. Покрытие, конечно, не очень, но хоть как-то и где-то, и чего-то. Я в этом году пробую уже выступать в любительском чемпионате Time Attack. С первого раза даже на пьедестал зашел, второе место занял. Time Attack – это гонки по кольцу. Соперников в заезде несколько, но все они стартуют с некоторым интервалом друг от друга. Кто первый, тот и чемпион. Все просто. Это совершенно другая атмосфера, это совершенно другой уровень, совершенно другие люди и интересы этих людей. Там можно приехать на абсолютно любой машине. И решает, в общем-то, не машина, а твои руки, ноги и умение всеми ими управлять. А что у тебя под капотом и какая марка авто, неважно. В
том же драг-рейсинге предусмотрена квалификация по классам. К примеру, есть уличные легкие, как раз для ижей, жигулей, волк. Главное понять, есть ли у тебя то самое желание гонять. Но гонять по ночам вдоль жилых домов, этому они говорят нет. Риск должен быть оправдан. В авто лишь ты один, и впереди пустынный трек.